дорогие выпускники, и особенно те, кто за кулисами, я, конечно, обращаюсь к вам. Я хочу обратить ваше внимание на то, выходите, на то, что вас объединяет. Конечно, это креативность. Это... Выходите, конечно. То, что вас объединяет, это креативность, это изобретательность, талант, с которым вы подходите ко всему, что вы делаете. И сегодняшний волшебный вечер не оставляет в этом никаких сомнений. Ну, глядя на ваших потрясающих родителей, понимаешь, откуда что взялось. Глядя на ваших потрясающих преподавателей, понимаешь, за счет чего оно приумножилось. Но, глядя на ваши потрясающие успехи, ты понимаешь, какой труд в это вложен. И это ваш труд. Это труд людей, которые понимают, на что они вкладываются, понимают ценность того образования, которое можно получить. Спасибо, что вы старались взять все, что можно взять. Старались выбрать в лицее что-то свое и это реализовать. И, конечно, образование – это действительно большая ценность. Я рад, что вы это понимаете.